5 ноября 1853 года в начале Крымской войны состоялось первое в истории сражение двух паровых кораблей. Русский пароходо-фрегат «Владимир» одержал победу над турецким «Перваз-Бахри». Через несколько дней, 18 ноября, проявили себя и русские парусники. Эскадра адмирала Нахимова разбила под Синопом флот Османской империи. В плен попал командующий турецкой эскадрой адмирал Осман-Паша. Синопский бой стал последним крупным сражением парусных кораблей. Именно они составляли основу флота России и были обречены. Тяжесть войны на море все больше ложилась на паровые суда.